К предстоящему празднику государственный ансамбль песни и танца «Волга» подготовил сразу два концерта. Первый концерт с военно-патриотической программой «Армии посвящается» пройдет 21 февраля в Центре «Патриот». Мы всех приглашаем. Эта программа будет целиком ансамбле танца «Волга». Мы начинаем марш-парадом, заканчиваем матросским танцем. И в середине будет наша новая постановка «На привале». 22 числа уже в Губернаторском на большой сцене этот же номер тоже будет. Вокально-хореографическая композиция «На привале» – это лишь часть большой задумки. К 80-летию победы над фашистской Германией ансамбль планирует поставить целый спектакль «Василий Теркин». Вася Куцова, ресурсы там заслуженный сержант, а в соседней части служит даже Теркин лейтенант. И не важно, если в роте нет фамилии такой, вы всегда его найдете и в пехоте, и на флоте, над землей, под водой. В каждом деле он герой, у ракетчиков, танкистов, минеров и связистов. Он и летом, и зимой, в полной форме боевой. Я долго искал, подыскивал материалы, смотрел музыкально особенно и пришел к такому выводу, что Твардовского произведения это самое гениальное. Ну и дальше все пошло по технике. Много собираешь материал, один, второй, третий. И как это бывает иногда у балетмейстеров, ночью проснулся и все это увидел. Решил записать, а потом только дело техники поставить. 22 февраля в концертной программе «Непобедимая и легендарная», кроме государственного ансамбля песни и танца «Волга» имени Владимира Ионова, примет участие ведущие творческие коллективы Ульяновска, а также приглашенные артисты. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.